Доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня у нас в Кифмьюзике лето. Очень жаркое и изнурительно жаркое лето, к которому нужно готовиться. И сегодня мы тоже готовимся к жаркому лету и решили сделать обзор на все то, что пришло к нам в последний месяц. И это будет бюджетный выпуск о бюджетных инструментах, о звуковых карточках и всяком таком прочем. И начать я хочу с гитары Rockdale, которая пришла к нам сравнительно недавно. И для такой скромной цены, цену вы посмотрите на сайте, у нее присутствует липа в деке, обечайка из красного дерева, бридж из красного дерева, анкер крутится и действительно работает. Вот. Но пока не довелось с ним ничего сделать, потому что гитара в отличном состоянии сама по себе. Когда ты видишь гитару за 5 или менее тысяч рублей, ты к ней подходишь, берешь ее в руки и понимаешь сразу, вот первое, что ты понимаешь, когда ты ее берешь в руки, что у нее струны очень далеко от грифа и затруднительно достаточно играть где-нибудь вот здесь, правильно? Но шикарно отстроена. И еще, если вот так вот прикинуть, то липа с краснухой и с кленом дает очень выразительный верх. Поэтому гитара становится отличным инструментом для того, чтобы вообще достаточно необычно, что гитара менее чем за 5000 рублей звучит так. Помимо этой замечательной гитары, я сегодня пользуюсь великолепным тюнером оленем. Тюнер олень умеет настраивать скрипки, гитары, бас-гитары и еще много всяких других инструментов. Помимо всего, он очень обворожительный, и мне он уже понравился. Возможно, понравится кому-то еще. У нас есть еще Совушка и Бэтмен. Но олень не понравился больше всего, поэтому сегодня этот олень ведет передачу вместе со мной. Строит он очень хорошо. За более чем скромную сумму вы получаете удобство вот этой и этой рук. Хороший дредноут корпус, который действительно шикарно резонирует и дает вам яркий тон. Отличные колки, которые не теряют строй. Сколько я тут уже ее не истязал, вот как настроил один раз, так и... Помимо этого замечательного Rockdale, у нас есть еще один, который практически ничем не отличается от первого, за исключением пьезодатчика внутри. И еще из приятных вещей, у него есть вырез здесь. Thank you.
отличный инструмент для того, чтобы играть, грести, все что угодно. У меня в гостях мой товарищ Евгений. Привет, Евгений. И мы с Евгением сегодня изучаем аудиокарточку, на которую мы записываем сегодняшний обзор. И вот дело в том, что это абсолютно новая линейка от M-Audio. Что характерно, это снова называется M-Audio, не Avid, как раньше. Потому что M-Audio, скажем так, вступили в некоторую конфронтацию с Avid'ом, и теперь они выпускают свои собственные карточки. Полностью... Автономные, да, которые теперь называются исключительно M-Audio. И что мы здесь видим, Евгений? Давай, посмотрим. Лично я своим взглядом полупрофессионал вижу как минимум два линейных входа. Вот они такие красивые. Ну да, кстати, очень изящно и просто, ничего больше не нужно. Да, минималистичный дизайн, он как-то подкупает меня лично, и думаю, многие. Я езжу со своей огромной вот этой вот бандурой M-Audio и испытываю некоторые проблемы в связи с ее габаритами, потому что там этих входов и выходов очень много, и когда я ее брал, я думал, да я распиздатейший гениальный музыкант, и я буду пользовать все входы и выходы, и в итоге пользую всего лишь вот один main-out на двух джеках и один вход, все, больше мне ничего не нужно. И этого иногда бывает немного. Поэтому вот здесь все очень, скажем так, изящно, минималистично и хорошо. Вот эти вот и вот эти вот диодики, они абсолютно ни зачем не нужны. То есть это вот синенькие штуки, я не знаю зачем. И диоды поступающего сигнала выглядят вот так. Это не просто XLR-входы, это такие гибридные. Да. То есть как XLR, так и джеки. И здесь есть переключалка между линией и инструментальным входом. У каждого есть, как это называется, крутилка. И, кстати говоря, тоже очень недорого. То есть эта карточка у нас в рамках бюджетного нашего выпуска. Преампы вот эти вот с крутилками, они звучат действительно несколько правдоподобнее, чем на моей C600. У меня все-таки звук немножко более мыльный, а здесь такое все яркое и крутое. Ну, ничто не стоит на месте. Так что такой недорогой вариант вполне может устроить тех, кто хочет себе дома... небольшую студию. Этот вариант еще также подходит для людей, которые постоянно катаются и играют, им нужно что-то надежное и доступное. Так что вот. Я бы поменял C600 на эту карту, реально. Поменяй. Акция сегодня еще в течение минуты 3-4 действует. Если ты приносишь свой C600, то ты можешь за 7% со скидкой купить вот эту. Стой, что значит купить? Поменять. То есть, как бы, с доплатой. Давай с доплатой. Кинуть свою в аквариум. А давай так сделаем? А давай так не сделаем. А почему? Нет, аквариум. А давай в унитаз кинем мою вторую карточку, а эту я забираю себе бесплатно с вашей доплатой. Да, смонтируешь, типа ты, короче, кидаешь там. Нет, давай я реально так сделаю, хочешь? 7%. Что 7%? Ты получишь 7% скидки на эту карту. Нет, я получу эту карту бесплатно. Алчный Антон Вишневецкий не захотел мне отдавать эту карту за бесплатно, хотя я согласен выкинуть свою старую в унитаз и обменять ее на эту.